Всем привет! Продолжаю сборку мотобуксировщика. Кто не видел первый видеоролик, ссылочка на него будет в описании и в правом верхнем углу экрана в подсказках. Напомню, что в первом видео я собрал до конца раму, приклепал пластик, приклепал усилители на раму, поставил тележки, валы ведомые и ведущие, поставил площадку под двигатель. Ну и сегодня продолжаю сборку. Параллельно показываю вам, что можно собрать своими руками без особого опыта. Подумал, что-то, по-моему, сильно подушки поджал. Маленько ослаблю. Подтянуть как бы недолго будет потом, если что. Сейчас хочу установить ручку переднего бампера. Вещь очень нужная. Помогает ворочать мотособаку в сугробе. Фишка в том, что она съемная. Если что-то ее повредил, где-то помял, врезался, можно всегда заменить. Посмотрите, насколько продумана даже такая мелочь, как ручка. Насколько она тут мощно крепится к буксировщику. Получается, 3 болта. Уголки. Молодцы. Затягиваем все это дело. Все. Вот эта ручечка. Настоящая. Прошу обратить внимание на прицепное устройство оригинальной конструкции. Работает с таким запиранием. Ну, такой крюк выдрать, это уж совсем не знаю, что нужно делать. На БТС у меня были, я их только успевал танки обратно прицеплять. Разлетались. Потом я в этом году мы купили еще БТС один. Смотрю, там заменили прицепное, сделали, до ума довели. Вот это мне определенно нравится решение. Я полетал на пузе за мотобуксировщиком, когда санки отцепляются, голова не успевает сообразить, что надо руль бросить. На пузе летишь несколько метров сначала. Какой-нибудь муравейник упрешься. Так, ну тут, в принципе, никак гусянка не достанет. Болты длинноватые у меня. Вот так. Вот этот фаркоп хороший. Ну, едем дальше. На буксировщик я решил установить 17-сильный двигатель Ванчин 4-тактный. Мощь. Вся мощь Китая в этом двигателе собрана. Так, ребята. С двигателем Тобукс стал совсем тяжелым. Бензом не пахнет. Почему Ванчин поставил? Потому что порекомендовали. Никогда на них не ездил, ничего сказать про них пока не могу. Единственное, что у него есть масляный фильтр, что уже радует. Масляный насос.
Значит, ресурс должен побольше быть. Так, что? Еще заметил, что стартер у меня в эту сторону был. Я его тут переворачивал. Первый раз, когда мотор доставал. Короче, не подходит крыльчатка. Развернули, что сюда. И компрессия сильная, сильная. Шпунтики, винтики сюда вставляются. Это я, ребята, первый раз буду делать. Никогда не снимал. Все. Как говорится, русских не запугать. Русским курят. Вспомнив о том, как у меня постоянно раскручивался вариатор, купил вот резьбовой герметик, фиксатор резьбы. Феликс какой-то. Есть красный, есть синий. Красный, говорят, больше не откручишь потом. Синий еще открутишь. И вот у меня в прошлом, когда был БТС, постоянно вариатор у меня разлетался, и я пока не намазал, ничего не спасало. Потом эта проблема исчезла. Вот сейчас я то же самое хочу здесь сделать. Готово. Так. Теперь о главном. Ведомая часть вариатора. Поставил ведущую ведомую часть вариатора. Поставил цепь, ремень Рубена. У меня был запасной, я его воткнул, не покупая. На буксах они очень долго изнашиваются, поэтому, мне кажется, 100 лет еще прослужит. Интересная система натяжки цепи. Ведомая часть вариатора одноопорная на самоцентрирующихся подшипниках. Цепь натягивается вот этим болтом. Потом подтягивается двумя вот этими болтами. Натяжка цепи у меня нормальная. Поэтому я просто подтягиваю. Ну, теперь остается дело за регулировками. Регулировка вариатора для меня самый сложный вопрос. Никогда этим не занимался. Но, думаю, в компании Extreme Motors мне в совете не откажут. Вот, в принципе, такой получается агрегат. Устанавливаю кронштейны под руль. Посмотрите, насколько все серьезно. Одна дырка получается под резьбу сбоку, две здесь. И там с той стороны точно так же. Неимоверно крепко получится. Я повидал уже мотобуксировщиков на своем веку. Но это мощь, конечно. Меня удивляет. По сути, у меня даже нету набора головок. Только обычные рожковые ключи в машине. Я ими весь букс уже собрал.
Крепления установлены. Примеряем руль. Руль пришел черный просто. Из профильной трубы. Черный металл. Красил я уже сам. Сначала загрунтовал его. Потом покрасил. Руль быстросъемный на шпильках. Кто не может не радовать. Как тут и чего будет, надо разбираться, конечно. Как он здесь должен чего делать? Руль складной и разборный. Надо же. Просверлено все ровно. Похоже, что-то типа этого. Мне, скорее всего, вот такой придется делать. Ну вот на такой ноте заканчиваю сегодняшний день и второй видеоролик. Где-то еще примерно 4 часа у меня ушло. Время уже 9 час вечера. Все, что как бы знал, что просто для меня было, все собрал. Сейчас останется разбираться с регулировками, заводить двигатель, регулировать гусянку, регулировать вариатор. Ну и какие-то моменты уже доделывать. И, конечно же, пробовать ехать. Работа продолжается. Кому понравился видеоролик, не забудьте поставить палец вверх. Подписывайтесь на наш канал и до встречи!